Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день, 12 января в 1722 году, указом Петра Великого впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт Российской прокуратуры. И вот уже на протяжении 295 лет Российская прокуратура является надежной опорой государства, твердо стоит на защите прав, свобод и законных интересов граждан. Прокуратура города Кумертау не исключение. К своему профессиональному празднику работники нашей прокуратуры пришли с достойными показателями. Только в прошлом году Кумертауская прокуратура выявила более 1700 нарушений. В суд прокуратуры города направлено более 580 заявлений, по результатам рассмотрения которых они либо удовлетворены, либо производство на основании заявления прокурора судом прекращено в связи с добровольным устранением выявленных нарушений ответчиками. В адрес более 240 работодателей прокурором города были принесены представления с требованиями об устранении нарушений действующего федерального законодательства, которые рассмотрены, удовлетворены. 219 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Вот что значит настоящий пример для подражания и порядочности. Также прокуратура города уделяет особое внимание на исполнение трудового и антикоррупционного законодательства. По результатам проверок проводились членами трудовых коллективов встречи, на которых доводились результаты проверок, выявлены нарушения и многое другое. Также пресс-секретарь отметила профессиональные качества работников прокуратуры. Помимо высоких профессиональных качеств, коллектив наш наделен высокими нравственными, моральными качествами. У каждого обостренно развито чувство справедливости, принципиальности, твердости в принятии решений. По словам Ирины Сергеевны, нынешнее поколение сотрудников бережно хранит и приумножает профессиональные традиции, передавшиеся от ветеранов. Именно они внесли огромный вклад в развитие общего дела. В этот праздничный день, уважаемые коллеги-ветераны, от всей души, от имени нашего коллектива, хочу поздравить вас с праздником, пожелать счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким.